Всем привет, дорогие друзья, с вами Джейк. Мы продолжаем Alien Isolation. Пошел я сделал себе чаю и слушаю, как этот пиздюк где-то лазит. Я не знаю, куда мне идти, но куда-то показывает что-то вроде... Ух, идти-то далековато. Гинми. Ты как? Ну ладно. Как-то мне не по себе. Ну ты чё, посмотри мне в глаза. Не хочет. Эй. Он не хочет посмотреть мне в глаза. Что мы тут все сдохнем. Сдохнем, сдохнем. Ты в это и правда веришь? Да, я смотрю здесь. Найдите в складском помещении пост андроида, там будет компьютер. Только тише, бога ради. Ага. Как бы все вообще по пизде пошло. Ага. Ладно, погнали. Посмотрите, все прыгает, мерзкает. Мерцает. О, дезинфекция. Бля, открыть систему распространения какого-то. Я не понял, что там написано. Опа. Ага. Ой, я помню это место. Сиксом давно пытается кому-нибудь загнать эту лавочку. Пока желающих ее купить не нашлось, но система охраны все еще работает. Ясно. Пока хватит разговоров. Так, где эта скотина-то, алло? Что в последнее время ее редко видно. Прошлую серию только, по-моему, пару раз видели. Или я могу... Нет, один раз. Какой, блин? Чуть-чуть больше. Плазменный, да? Какого черта ты вылез? Так, это значит, я сюда смогу попасть. Ну, наконец-то. Во, уже быстрее. Ничего, этой паскуде мы сейчас покажем. Благодаря нам. Вход для посетителей разрешен только в составе экскурсии. Запишитесь в отделе продаж. Прекратите истерику. Я ушел. Успокойтесь, пожалуйста. Да уйди ты. Это он похуй. Я вам объясню, что значит техника безопасности.
Просто хотел помочь. Я тебя убью, но я хотел все равно помочь. Ладно, следим. Простите за мной. Да ты ёкалын-бабай. Я хочу помочь. Я только подлечился, дебилушка. Да, не ответ. Музыка в саду не так темно. Я понимаю, что мне сюда не надо. Окей. Ага. Ну, в похожей комнате мы были. А там-то чё? Давайте сначала залезем. Куда это нас приведет? Ну, не просто так же сделали. Ага. О чем я и говорю? Это не просто так сделали. Ну, там, по-моему, должна была открываться. Как у нас в корабле. Давно не видел такое. Клей. Клей. Аптечка создана. Отлично. И как обычно, не хватает клея. Аккумулятор. Я ж только что подбирал, забыл. Так. Не хочется огнемет-то тратить. Да я угадаю, там нельзя будет пройти, да? Стопудово там что-то перекрывает. А нет, можно. Блин, ну вот который раз замечаю, она шумно с этим ходит. Ой, андроиды. Там валяется. Есть один. Заряд для аккумулятора. Врага нет, не ври. Вот врет который раз, врага же нету. Ну, если не считать того валяющего андроида. Пока... Иди сюда. Ага, смотрите.
Да успокойся, мы что, в круговую ходим? Ладно, не по сценарию пойду. Я на правильном месте, но что мне сейчас нужно сильно, это сохранение. Я на него 200 патрон просрал. Бабай! Мне только код хотел узнать! Я читать уже ничего не буду. Если, конечно, успею. Прочитаю, то прочитаю. Хорошо, я быстренько запишу. Блин, извиняюсь, я провод от микрофона случайно задел. 27 39, по-моему, там было, да? Я сейчас быстренько пойду проверю. Блин, а зачем я скриншот-то сделал? 43 там было, окей. Ну, ошибся на 4 деления где-то. 43, окей. Ладно, идем. Так, что я подобрал-то, по сути? А ничего путного. Хотя, что ничего не путного? Путного. Так. Так. Зря, может, вырубил. Но, ребят, не издевайтесь надо мной. Врели. Это туда надо. Один есть.
А куда эта вентиляция будет вести? А, это прямо туда, куда я не смог пройти, да? По сути, можешь попробовать. Да ёкал он бабай. Ну да. Теперь спускаюсь. Ага. Теперь тупо назад надо вернуться. Это также можно будет быстрее сделать. Сейчас только. Окей. Так, это вон туда мне надо. Хотя, может, по шахтам и сюда пройти. Я просто сейчас по шахтам хочу. Заходим сюда, и здесь где-то рубильник. Это пока еще стать легко. На финалке будет куда сложнее. Я вас уверяю. Я просто вас уверяю. Блин, что-то микрофон не ударил. А мне сюда, да? Ладно, погнали. Хорошо. Так, все мокро, все отражается. Ну, такую воду с отражением можно создать, кстати, в Unreal Engine 4. Я так и не сходил. Они везде, что ли, шастают? Так, мне туда, да? Давай! Один на один! Ну чё? Подошёл! Он вернется. Сейчас должен был свет вырубиться. Ну смотрите, огнемет все-таки быстро кончается. Там не было ничего. Скотина, я тебе припомню. Еще раз так только вылези. А, вот он. Ну что, с этим огнеметом, по сути, он не страшный. Сам виноват. Я чё? Я им показал, где раки зимуют. Я молодец. Да залезь, дурак. Он не хочет, а. Странно. Блин, где мне еще огнемет найти, потому что все, он кончается. Я и так его трачу просто редко.
Не на того напал. Бля, файеры не нужны мне. Ладно. Ну, как я и говорю, что если кто-то удивлялся, что как он появляется то там, то здесь, и просто мигом, быстро очень. Так это очень легкий ответ могу вам сказать, что он здесь не один. Их здесь десятками бегает. Это не я его вырубил. Я к нему вообще не притрагивался. Я отвечаю, я к нему вообще не трогал. Ну, я сохранился не коряво. Потому что если я загружусь, то его здесь не будет. Так, время. Главное, только не тупи. Но я только сохранился, так что ничего страшного. Слышь, это некрасиво. Что-то не устраивает. Пожалуйста, сообщите нам. KG-300... Слышь, Лейд. Тебе как бы по башке в детстве не били? Это на каком этаже вообще? А это где-то здесь. Он явно приофигел. Вы видели, куда мне идти вообще? Почему вот это не откроется, и я тут пробегу? Куда-то отправляются такие, понятно. Ну явно офигел, Лейд. Явно был избалованным мальчиком. Был бы моим сыном, я бы его просто бы перебил. Конечно, у меня нет сына и... вообще. А чё, в реале посылают меня? Алло. Алло! Мне еще и рано иметь, мне только 20 скоро будет. Так что куда мне? Слишком мол. Но все равно, ребят. Вот ему надо по башке настучать. Да блять, сейчас все обходить. Я хоть и понимаю, Вейтс, игрушка красивая, ее можно... Так, тут тупо... Походить? Побродить? Она правда красиво сделана?
Да, до современности, конечно, не дотягивает. Ой. А куда это ведет? И куда это ведет? А это ведет прямо сюда. Не имею в виду, что здесь надо делать, вообще без понятия. Но раз нам открыли это все, давайте еще с Сашей Грей быстренько сделаю. Ну, больше мне нечего делать. Один сенсор сюда, здесь не надо уже. Теперь. Где он тут? О! В терминале. Нет, я читать уже просто не буду. Сейчас как бы не для чтения. Сейчас такое настроение, что не для чтения после этого говнюка. Надоел везде появляться. А это все, ребят, он везде будет появляться. Он не то, что будет торчать в вентиляции все время, а он будет вылезать. Залез. Ой, вылез, залез. У него зарядка такая, поймите, ребят. Прямо рядом сохранение. Ну ничего страшного, как я и говорил, смотри. Загружаюсь, его нету. А мне что, туда? Я тебя понял. Фу! Да, вот эта серия. Так какого черта? Я его подпалил, он должен был убежать, как крысеныш. А здесь вы его поймите, вы его не убьете. Ни в коем случае. Уэйтс, я дошла. Тварь идет за вами? Вроде да. Ясно, идите в лаборатории. Ага. Далековато, но что ж делать? Так, фойе технобашни, Лоренс, Джереми, Эксплоплент. Как я понимаю, мне прямо. И здесь можно еду сохранить. Ну это хорошо, что кидает сохранение. А то представьте игру на чекпоинтах. Это было бы пипец. А если бы вам дали бы игру на одном вздыхании, на одно сохранение максимум? Вы представьте только это. Одно сохранение на всю игру. А тут же, по-моему, есть одно дополнение, которое только на чекпоинте сделано. А чекпоинты могут, ну как бы вам сказать, самый пипец. Самую жопе просто ставят. Сенсор.
Бля, мне нужен неон уже. Мне надоело с этими фигнями ходить. Они медленно режут. Они хреново, короче. Комплекс лабораторий может быть отделен от станции, но для этого нужно восстановить питание. Ты подожди, восстановить питание, я хочу по карте посмотреть. Ой, а место-то большое. Большое. Это понятно, здесь были лифты, как я понимаю. А нет. Понятно все, что там было. Туда явно кто-то спускался. Золотая лестница, прям. Надо разобрать бы ее в ломбар сдать. Ну а чё это? Все равно станцию все разбирают, кому не лень. Я чё? Какой-то особенный, которому нельзя это делать. Еще коктейль молота давайте создадим. Эй, давайте еще один. Клей-то посмотрите, сколько у меня. Клей сюда один. Я слышу этого говнюка где-то там. Ладно, мне что-то огнемета мало дают. Чего там по времени-то? Опять вырубился телефон. Ну, не как вырубился. Опять ушел. Просто тупо блокировка опять врубается. Ладно, сейчас не до блокировок никаких. Вот здесь самая жопа начнется, ребят. Чувак, ты мой спаситель. Я запомню тебя. Мистер... Че. Кэтче. Кэтче. Ребят, запомним мы Кэтче, да? Фу ты! Иди ты нахрен! Пугать он меня еще вздумал. Вы слышали сами эти звуки? Это у меня опять зарядка садится. Ой. Повезет, если он вообще не вылезет. Зная его, это бред собачий. Мне надо сюда, но это надо в обход идти. Подрублю одно, он будет здесь бегать. Как бы его можно и обмануть? Но сохранение было далеко. Ты дурак? С него даже ничего не выпало. Такой вопрос робота задаю. Ты дурак? Будто я ответа не знаю, да, ребят? Конечно, не все на голову двинутые.
Так вот что за какой-то... Как будто зубы сейчас сверлят. Надо будет потом в шахту уползти. Первым делом я сохраню, сейчас поблутаемся. Хлам. Патрон для огнемета. Пусто. Так, пока не нажимаю на это. Я хочу найти способ залезть. Ну я просто решил проверить. Отсюда. Это значит, я могу вылезти и залезть в вентиляцию. Потом вот так проползти, здесь вылезти, дойти до сюда. Проползти так. Ну, здесь вылезти и пойти сюда. Надеетесь? Я тебе знаешь, куда это сейчас надежду засуну? Утечка опасных материалов. Надеется он на меня. Меня здесь вокруг чужой. Мы надеемся на вас. Главное, не подохните. Это здесь прям выход. Пойдемте уже до конца. Если что, подпалим его. Чего так открыто? Так, быстренько. Такая фигнюшечка, быстренько и вот эту, вот эту и вот эту. Подтверждена утечка опасных материалов. Приняты аварийные меры. Теперь надо дойти, выбраться из лаборатории. Ну, как бы это не сложно. Внимание, просьба проследовать к ближайшему выходу. Сохраняйте спокойствие. Он как бы в другой лаборатории. Ладно, поджарим его, если что. Внимание! Просьба проследовать к ближайшему выходу. Сохраняйте спокойствие.
совсем чуть-чуть осталось. Да. А вы догадаетесь, кто этому виноват? Уэйт. Я этому Уэйту сейчас... Все яйца сломаю. Я уверен, я ему все яйца переломаю. За такую вот фигню. И в первый раз я хотел ему яйца посломать. Конечно. Я и сейчас хочу, у меня просто сейчас бомбит. Тогда-то я вообще не понимал, что происходит. Он плохо видит, я уже говорил. Даже я когда читал одну записку здесь при вас, человек сказал, что он прижался в углу и его, ну, в темном углу, его не заметили. Получено достижение, приманка. Прощай, придурок. А что сразу сюда нельзя было пойти? Да, я был приманкой. Это было в первый раз, когда я смотрел, это было неожиданно. Что в реале я стал приманкой? Ну какого черта? Все, открыто. Вот эти все станции, они как бы стать... По сути, там в некоторых, возможно, и нету текстур, но... Но все равно. А вы представьте, если королевская битва будет здесь, на этом весьме корабле. Против вас будут не только люди, но и чужие, и андроиды, вы прикиньте. Как это проходить-то надо будет? Место-то огромное. Кстати, ребят, кто хочет создать игру по подобию королевской битвы? Вот-вот, вам идея. Возьмите вот эту всю станцию, сделайте ее. Пусть с каждой сторон. Как бы вам сказать, идею такую хорошую подать. Что с каждой разных сторон стоит корабль. И... Все ползут по веревке, а только когда доберутся, начинается сама игра. Да, может, не похоже на то, что мы привыкли видеть. Но все равно. По сути, это то же самое будет. Потом по всей этой станции надо будет бегать. В папке... В этом... Фортнайте все равно там огромное. Рипли, это вы? Нет, блядь, еврейка. Это я. Чтоб ты сдох, ублюдок. Ты запер меня вместе с тварью и отправил в космос. У меня не было выбора, вы понимаете? Вы же видели эту тварь? Видели, что она делает с людьми?
Я должен был убрать ее со станции любой ценой. Ну да. Ценой моей жизни. Поймал на живца. Так поймал же, Рипли. Поймал. План сработал. Чудовище летит к газовой планете, а станции ничто не угрожает. Чувак, вот тут одна проблема. Он был один. Только это не отменяет того факта, что ты бездушная сволочь. Да. Сейчас я приду в штаб, и мы обсудим с тобой твои методы. Все, отбой. Так, о чем я говорю, что когда они добираются до сюда, все и начинается. Здесь будут валяться и пушки, и огнеметы. Тут же есть нормальные пушки, кроме этого, по сути, можно добавить. Ну, было бы классно, если бы все вот эти пушки, которые здесь присутствуют, были вот просто валялись везде. И патроны, и все можно было собирать, вот как просто вы обычно играете в сюжетку. Было бы очень классно, но посудите, но правда, ребят. Подумайте вот об этом, что здесь, кроме другой команды, которую надо убить, или один на один, например. Ну, это тогда надо разбрасывать их по всей карте. Рандомно, статика, это было бы тоже интересно, если один на один. Ну, каждый сам за себя. То, сейчас, я просто стою и думаю об этом, что идея-то хорошая, по сути. Что здесь не только будет чужой, но и андроиды, и все, и в этом духе. Ладно, ботов мы уберем. Потому что будут живы все-таки люди. И что? Это было бы круто. Ребят, вот, кто собирается создать игру по типу Королевской битвы? Или просто хочет создать игру? Неважно, онлайн или нет. Просто подумайте вот об этой идее, которую я вам сейчас поведовал. Гениально же я придумал. Да, ребят? Гениально. Ну да. Так вы думаете, а я пойду дальше? Потому что я в реале хорошую идею всем подал. Но здесь мы были уже. Да, это с самого начала. А я говорил, мы будем возвращаться. Ага. Все, здесь больше ничего не будет. Конечно, может будет еще сюда, но там, да, тоже ничего не вижу. Здесь где-то уже ионы должен валяться. А вы пока думаете над моей идеей. Я же хорошо придумал. Фантазия-то у меня отличная. Да тем более. Я уверен, что эта игра окупится. Главное реализовать все по уму. Ну, в реале, рандомно по всей базе вот раскинуть. Да, вот сюда мы не могли пройти. По сути, пока мы можем ходить. Сейчас у нас дробовик. Да, кстати, здесь же еще и дробаш есть. Ионный же там! Нет? Блин, ионного еще нету. Ну, я так проверил. Знаешь, я патроны потерял. Пока можем ходить, пока их не будет. Так где же этот долбанный ионный резак? Тут уже показано, что нужен ионный. Вот в той где-то комнате. Да, кстати, здесь чувак появился. Внимание! Аполло поднял оценку угрозы до уровня Омега. Спасибо. Для андроидов правим в бошку, это вот то, что надо. Дробовик, запомните, что здесь есть. Пока что возьмем это. Но все равно, я считаю, я гениально придумал. Возможно, я, кстати, ион и потерял где-то. Просрал. Ну, нет. Там нужен был плазменный. А, возможно, там и валяется.
Ну а чё, могли так сделать, заныкать? Как они это вообще закрывали? Зачем они это все ставили? И чё тут? Ради чтобы поболтаться? Ну, знаете, это как бы обидно. Я не хочу здесь бродить. Аптека, я могу еще? По сути, да, я могу, но надо звуковой еще сделать. 100 максимум, прикиньте, хлам. Так, давайте еще дымовую шашку тогда. Ой, на джойстике это было бы, я думаю, удобнее все делать. Я просто не знаю, как в эту игру играть на джойстике. Я как бы могу поиграть, но у меня джойстика нет. Я просто играл уже на джойстике от Xbox. Ну, я прямо в Xbox играл. Да хватит, хватит. Ладно, давайте одну аптечку и юзану. Как раз до максимума уйдет. Потом. Стоп. Ага, ну все, как бы я полностью все собрал. Я-то думал, сейчас уже будет. Ага. Зачем он с этой стороны стоит? Без понятия. Keep. Monk. Чего? Monk. Fuck, Сиксон. Пошел, Сиксон. Ну, там, наверное, не полностью написали. Там должно было быть написано Fuck you, Сиксон. Fuck the Marshal. Пошел ты, маршал. Looters will pay. Плати и не страдай, вот так скажем. Здесь мы уже были, сохранялись. Как я и говорил, будут локации, которые будут повторяться. Это я говорил в самом начале. Я даже не знаю, какая это серия по счету. Я вас... Блин, я уже запутался. Я тут, по-моему, это 4-ю или 5-ю серию подряд записывал просто. Ну, почти подряд. В один день просто. А, тут же еще что-то было насчет плазменного резака. А куда труп исчез? А куда труп исчез? Он же не мог о жизни переползти. Ага. Ладно, уходим отсюда. Но здесь есть два лифта. А, это две комнаты, а не два лифта, блять. Понятно все со мной. А где мне он это взять? Он, по сути, уже должен быть здесь. Нет, давайте я еще раз здесь немного прогуляюсь. Все равно серию надо заканчивать уже. Просто вон там дверь уже есть. В эту локацию мы именно уже не вернемся. Бляха-муха. Ну, раз дверь уже показали, так... Сюда мы точно не вернемся, я вас уверяю. Так, тут ничего нет. А. Патроны. Все отлично. Не, ну я что-то не понимаю, да?
Может, дальше, конечно, будет, но... Логично было бы предположить, что сюда. Там что валяется? Ну сюда я уверен, что я не вернусь. Да и логика в этом. Ладно, погнали. Давайте испытаем наш дробовик. О, берешь от детей. Беречь от детей. Берешь от детей. Получено достижение. Ну, попробовали. Такой хороший дробовик. Давайте пока пистолетик возьмем. Все-таки сейчас личные не будут они здесь бегать. Конечно, они бегают до сих пор. А в прошлый раз, помните, туда кто-то уехал? Мы ее больше не увидим, да? Потому что я помню, что на том лете кто-то куда-то уехал. Может, они поднялись тоже в эту галерею, куда мы едем? Сейчас посмотрим. Сейчас до сохранения дойду, и там сохранюсь, и там закончу. Потому что уже пора бы. Ну, на сегодня это пока последняя серия. Мы и так много сделали. Я не думаю, что у нас сильно много серий уже ушло. Рипли, это Рикардо. Ага. Ты выбралась? Нет. Да, он человек безжалостный. Всегда таким был. Упрямый, как осел. Если бы он меня слушал, мы бы до всего этого не докатились. Дело сделано. Извини, что напортачил с дверью. Проехали. Ты же ее все-таки открыл. Жди меня в штабе. Бля, боевая бабёха у меня. Прям вот жестоко говорит. Жди меня, я сейчас приду. Не будешь ждать. Огнемётом по заднице получишь. Конечно, не самим огнемётом. А то, что оттуда вылезет. Ладно, мы сохранились. Ладно, здесь закончим. Так что... Не забудьте нажать на колокольчик, прям вот, на эти красивые, не знаю, афиши. Ну ладно, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Все ссылки будут в описании, всем удачи и до скорой встречи.